Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить бразильский десерт болиньос. Нам понадобится 200 грамм муки, просеем ее, и чайную ложку сухих дрожжей. Все вместе смешаем. Отдельно смешаем одно яйцо, пару столовых ложек теплой воды и 100 грамм растопленного сливочного масла. Теперь в эту смесь отправляем муку с дрожжами и замесим тесто. Теперь получившееся тесто нужно раскатать. Лучше сделать это сразу на пергаменте, которым будем потом запекать. Слишком тонко раскатывать не нужно, чтобы он потом не порвался. Начинкой будет являться банан. Порезала его кружочками, теперь разложу по поверхности. Также неотъемлемой частью и изюминкой этого блюда является корица. Нужно посыпать ей сверху на банан. Осталось свернуть все в рулет. Получившийся рулет отправляем в разогретую на 200 градусов духовку на 40 минут. Это бразильское печенье получается очень вкусным. Сначала кажется очень странным соединение банана с корицей, но не торопитесь заменять его на привычные нам яблоки. С бананом получается тоже очень вкусно. Также можно добавить орехи или изюм, например.